Ректор Казахского национального технического университета имени Сатпаева поддерживает идею президента о создании наукоемкой экономики. Он отмечает, их вуз готовит кадры и разрабатывает инновации для отраслей, на которые указал в стратегическом документе глава государства. Это нефтегазовый сектор, робототехника, космическая отрасль и поиск новых видов энергии. Мы, в общем-то, всеми этими вопросами занимаемся, и у нас есть задел. И здесь прослеживается очень такая логическая цепь. То есть он говорит о наукоемкой экономике, а для этого нужно высокотехнологичное производство создавать. То есть разбил на три пятилетки, что в следующей пятилетке должны появляться новые производства. Если сейчас во многих отраслях горно-металлургического сектора, нефтегазовое, машиностроение, где-то технологии, связанные с третьим-четвертым переделом, то уже задача стоит переход на пятые и шестые переделы. То есть это вот как раз будет создана наука емкая экономика. И глава государства четко понимает, что для того, чтобы это сделать, необходимо развивать науку. И то, что объем средств на науку будет увеличен до 3% ВВП, это очень большие деньги. И мы должны готовы быть, чтобы освоить эти деньги и дать реальное производство.